Ребят, приветствую вас всех на канале «По Крыму с позитивом». Сегодня у нас будет немножко необычное видео. Это будет видео не о достопримечательностях Крыма, не о том, как мы путешествуем, а о том, как мы построили небольшой домик. Можно сказать, беседку или бытовку. Почему беседку? Потому что мы строили по принципу беседки. В будущем будем ее обустраивать, обшивать, и у нас получится, возможно, получится бытовка. Время строительства нашей беседки, давайте я буду называть это беседкой, заняло где-то 24 часа. Приехали мы вечером и делали до следующего вечера, следующего дня. Строительство мы начали с фасадной арки. Для этого к нижней части доски с обеих сторон мы закрепили будущие стойки, а уже к стойкам опоры под крышу. Аналогично собирали арку с задней стороны. Я думаю, на видео будет все понятно, как это все мы делаем. Кому интересно, можете помониторить этих беседок тысячи на просторах YouTube. Всем приятного просмотра. Смотрите, как у нас все это получилось. Конечно же, погрешность где-то есть, но не без этого, потому что лес у нас бэушный, это расходный уже материал после нашей опалубки, и он где-то поведен, где-то там лопнут, ничего страшного, в принципе, все получается ровненько. Уже прорисовывается домик. Все, ребят, рабочий день сегодня закончился, начался дождик, мы могли бы еще дальше продолжить. Начался дождик, нам вот приехали соседи, и вот сейчас сидим и разговариваем. Конец рабочего дня. Нужно поставить 6 кирпичиков, выбить все это в уровень. Буду делать это все как потемнеет, потому что у меня лазерный уровень. И завтра буду уже пытаться ставить нашу беседку или бытовку. Ее так обошьем, и у нас получится бытовочка. Все, иду отдыхать. Давайте уже завтра увидимся. Доказательство, что здесь есть змеи. А я змеи не боюсь. А то уже ты родился под змеи. Они старую шкуру снимают, да, пап? Да, да. Обновляются. А если эту шкуру положишь в кошелек себе, ну так отрежь ее, в кошелечек положи, и всегда и будут деньги притягивать. Эти шкурки ваши. Хочу вам показать, что мы готовим на ужин. Это вот такая вот маринованная курочка на костре. Очень аппетитно смотрится. Приготовьтесь к выполнению гимнастических упражнений. Выпрямитесь, голову повыше, плечи слегка назад. Переходите к водным процедурам. Сейчас ставим фронтон, выравниваем, делаем все по уровню. Все, и потом обшиваем досками. Ничего сложного вообще нет. Наш костер до сих пор горит. Сейчас мы с Аленкой подняли наш фронтон. Закрепили это брусом. Выставили все по уровню. Вот, по уровню выставили. Все ровненько. Вчера сделал... выбил по лазерному уровню, да не опускай, по лазерному уровню вчера все выбил, приблизительно, более-менее у нас так ровненько все, вот, и вот уже сегодня мы ставим наш домик. Ты скажи, что выбил. Горизонт выбил, вот, у нас теперь дом должен быть более-менее ровный. Не вот так будем спать теперь, а вот так.
идем. На часах 7 утра, начинаем дальше. Смастерили только что вот такую вот лестницу, и сейчас скину сверху доски, чтобы потом обшивать это все шифером, ну, металлическим, ну чем-нибудь, короче, надо обшить. Сейчас скину вот здесь сверху, вот тут посередине, ну и также здесь тоже сверху, и вот здесь вот посередине. Уже эти ребрышки наши, вот, и теперь уже будем стелить пол. Вышло у нас 1, 2, 3, 4, 5 ребер, ну или 3 такие вот основные, наверное, и положили под них уже кирпичики, чтобы не было сильной такой нагрузки, чтобы наши ребра так прям не провисали. Сейчас подбирает Алёнушка доски. Сейчас выложим. Ну и болгарочкой уже я отпилю. Прикрутим, наверное, сразу болгаркой, потом отпилю. Вот так. Да, Алёнечка. Сделал маячки, где буду сейчас скручивать это все наше дело. И тоже по маячкам это все срежу. И уже будет ровненький пол. У нас настолько все идеально получилось. Прям в тему вот эта узенькая досточка прям сюда зашла. Ну да, нашли. И все, да. Все прям ровненько. Куда? Шапку возьми, одень шапку. Она у тебя все валяется, Богдан. Дети бегают с одного домика на другой. Все, сейчас буду прикручивать это все дело. И получится, думаю, у нас нормальненький такой пол. Потом обошьем это все линолеумом. Будет прикольно. Получается такой домик. Класс.
все, ребят, пол мы уже сделали, полностью срезал болгарочкой по краям. Теперь наша задача сейчас обшить уже бока. Вот, и, ну, сколько, конечно, хватит, потому что я вижу, леса у нас мало. Ну, сколько хватит, столько обошьем. Вот. Будем надеяться, что все хватит. Ты любишь нас? Да. И мы тебя любим. И я Богдана люблю. И Богдан тебя любит. А я бабушку тоже. И бабушки тебя тоже очень любят. За сутки, да, потому что мы вчера приехали, ну, приблизительно где-то в это время, вот, и, грубо говоря, мы потратили сутки на вот такой вот домик, сарайчик, называйте как хотите. А если еще была бы у нас сразу куплена металлочерепица, то мы уже постелили, собственно, домик. Буквально за сутки вы даже, ну, если постараетесь, то сделайте даже дверь. Просто у нас уже детки начали капризничать, и нам надо ехать уже домой, уже захотели кушать, и так мы вчера все съели, сегодня утром тоже все доели. В итоге дети капризничают, хотят есть. Все, мы собираемся. Сейчас я вам покажу еще по периметру, друзья, этот домик. Ну и едем уже. Всем пока. Можете посмотреть еще, какой он снаружи, внутри. Ну, а я с вами прощаюсь, друзья. Пока-пока. И чуть не забыл, друзья, когда мы уже этот домик облагородим, полностью его обошьем чем-нибудь, сделаем тут кровать, столик, я вам это все еще обязательно потом покажу. Но это будет уже в другой нашей части про этот домик. Все, друзья, всем пока-пока.